Всем привет, ребята, мы проходим Doom, это уже вторая серия, и, судя по всему, вторая глава. Так. Мы вырвались из тюрьмы, ну это мы поняли, что мы из тюрьмы вырвались. Знай своего врага. Будем знать, уже представили, что за... Мрази у нас будут. Голосовое сообщение. Здравствуйте, я Вега, искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претерианского бронекостюма и понял, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Чё-то тут трупов много. Фонарика здесь нету, как в третьей части было. Да, и он тут нафиг не нужен. В принципе, и так хорошо все видно. Так, испытание задания. Перейти задание. Ага. Автокарта. Так, два по цене одного. Убить два одержимых. Они выстрелы. Ну, это у нас, короче, достижения, которые открываются потом. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Ну-ка, умри, нахер. Тварь. Ау. Обалдел, что ли? Курс смерти в разнообразии. Чё, не работает? Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. В смысле? Да нет, еще не заблокировано. О, господи, что за звуки-то, твою мать? Откуда? Где? Ни хрена не вижу. А, мы ж можем двери такие открывать. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Вывод питания. Подача энергии восстановлена. Сейчас все я будет. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Для вас? Сейчас. Ты серьезно? Да ты дурная дамочка. Совсем дурная. Надо тебя убирать. Так, что это за панель загрузить? Карта. Улучшение бронекостюма, сканер местности открыт. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все ага. Эти человеческие. Конечно. Где мы? Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете паскуда. Первым. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают... Для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно так, сейчас. Так, я сейчас поднимусь тебя, ублюдок. Последние минуты такой. Вашей жизни в этом мире. Не поднялся. Все эти слова. Человеческий жар. Портал. Стоять. Демон. Все это правда. Друзья мои, будьте
благодарнее. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, так, который патроны. Они создают для нас. Прямо сейчас. Мне не показалось. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал ВАК. Деньги. Все. Ох ты, это что за хрен новый? Фу, вот это он рванул. Пошел нафиг. А ты откуда взялся? Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Сейчас. Куда ты лезешь? А ты отдыхай. Рвать и метать, сосунки. Кто-нибудь еще хочет? О-хо-хо-хо-хо. Это было близко. Да ять нафиг. Вот. И сюда. Стой. Да тут надо и сенс еще тоже немного настраивать. Потому что противники довольно быстрые. Патрошки, блин. Патрошки очень быстро заканчиваются. Отдыхай. Демоническое присутствие ликвидировано. Благо у этой штуки бесконечные патроны. Это нормуль. Жить будем, значит. Так говорят. Куда нам вниз? Я думаю, это небезопасный путь. Пошлите лучше сюда. О, да! О, да! Заводи эту крошку. Круши, рви, ломай, называется. Оу, смотрите-ка. Там у нас что-то интересненькое. Подхилимся. Так, ну, знаете, что бензопила не бесконечная. У нее тоже заряды есть вот эти вот, которые распиливают. Так что нужно тратить с умом. Если что, на самых таких долбанутых противничках. Например, на тебя. Нет. На тебя мы сэкономим. Ладно. Отдыхай. Уворачиваемся. Где ты, где ты? Сложил. Фу ты. Повезло. Так, какая-то голограмма, надо за ней идти. Но подождите, надо посмотреть, что у нас здесь. Топливо. У нас есть топливо. Опа-на. Это подъемник. Секретик, да? 100%. Это был. А где что-то было? То место.
Интересно бы узнать. Так, это я, походу, возвращаюсь обратно, да. Понял. Где что... Та штука была. Я, кстати, на первом уровне не подобрал. Там было... кое-что... весьма интересное. Доступы отказаны. Требуется желтый уровень допуска. Так, подождите, давайте посмотрим, где оно ж может быть спрятано. Может, мне еще как барана вполне себе может быть. То есть еще появится что-то такое. Но я, пожалуй, осмотрюсь. А вдруг найду? Так, проходим. Еще раз повторим действие. Так, 19 у нас патронов есть. Для полного веселья. Так, сдохни. Испытание пройдено. Очки улучшения оружия дали. Так. Доступы отказаны. Требуется. Конечно. Уровень допуска. Сюда тоже не пускают. Надо карты, короче. Беда, беда. Так, а что у нас с улучшениями? Сейчас посмотрим. Одно очко. Это, по-моему, на наш арсенал. Что мы тут за... Большой взрыв возьмем. Пока хватит. Жетончики. А чтобы улучшать костюм, нужно находить другие штуки. Вот как раз таки там тело лежало. Чипы у них надо эти забирать. Так, не будем вообще стоять тут мешкать. Сразу на бал давай. Рвать и метать. Заткнись. А, на. Во. Во. А теперь потанцуем. А, блядь. Сучка. Нарвала. Куда ты лезешь, уродина? Во! Во! Фарш, вот это музыка, вот это музычка. ТП-шку давай, твою мать. Сдохни. Куда это ты собрался? Вот это фарш, вот это мясо. Вот это дум. Заткнись нафиг. Это было вообще эпично, на самом деле. Мне очень понравилось. Черт подери. Вот такие замесы я люблю. Так, хорошо. И куда теперь тогда? Нам. Наверх, наверное. А, вон показывать туда можно. А тут и сюда можно еще. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. А, это ж мы сюда... А, все, понял. Мы отсюда же пришли, в принципе. Вызвать лифт. Штифт.
Ну давай уже, давай, быстрее, мать его, так. Отлично, наконец-то. Чуть-чуть придется подождать, чтобы подняться, и мы продолжим наше мясо. Так, у нас три цели. Да наплевать, хоть 33. Иди отсюда. Так. Что ты тут нам даешь? Школьный огонь. Давай, получи. Пошел отсюда. Так, ну мы возьмем свой гранатомет. Ключик. Спасибо. Ты чё, охерел? Открывай это говно. Чё ты вылез-то? Свалился. Так, а что у нас? Где у нас синяя карта? Так, на лифте мы обратно не поедем. Нет, ушки. Патроны. А, тут перезарядки такой нет. А как он, интересно, перезаряжается? А зачем тут перезаряжаться? Сам перезарядить, когда надо. Так, еще раз. Здесь в ОАК мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Каждый год... Как туда попасть-то, а? Это где вообще? Красная дверь, вон, показана. Все ясно. Надо ключ-карта красная. Будем искать красную ключ-карту. Спасибо. Так, секундочку. Сейчас еще осмотрюсь. О! Не помешало, правда? Ага. Ну ладно, ищем красную теперь. Добро пожаловать в марсианский комплекс. О, да. Отдай. Тебе это не нужно, приятель. Получена запись кодекса. Штурмовая винтовка. Каждый день раздвигает границы представимого. Ваша лояльность не сработает. Один раз, получается, подшибиться можно. Потом уже нельзя будет. Черт. Шлюз, запчасти. Так, понятно. Куда дальше? Продувка шлюза. Так, это если я найду ключ-карту, мне придется вернуться обратно. Открывай. Мы же можем вернуться потом обратно, я надеюсь. Да. Сдохни. Да, я скучал. Эффективность на фарш всех. А вообще разорвал на куски. Нафиг. Всех. Голыми руками. Ладно. Перейдем на дробовик на наш. Черт побери. Ох, почти ж бы и поимел бы. Ох, вот эти вот заряды не надо. Сосунки. Жесткий такой. Уполз. Сосунок. Иди сюда. Так, это он нам патроны дал. А это я заберу.
Черт. Это настолько круто. Просто непередаваемо. Забудьте, что, какой сюжет, вы о чем вообще, наркоманы? Сюжет здесь не главное. Опять же говорю. Хотите сюжет? Переходите на другую ссылку. Прохождение метро. Хотите зубодровительного мяса? Смотрите Дум. И не пожалеете. Оно того стоит. Такая мини-рекламка. Ага. Так, что у нас здесь внизу? Внизу у нас ничего, кстати. А я думал, что-нибудь там будет спрятано. Так, вот тут тоже ключ карты красной нужны. А у меня нету. Или есть? Есть! Давайте-ка пойдем вон туда. Так, нет, это было бы глупо. Мы бы не долетели. Так, а как это туда тогда попасть? Наверное, только по верху. 100%. Ну, идем. Давайте уже скорее красную карту я хочу. Ключка красную. Еще. Давай его туда. Открывай мне. Вот так вот. Я блокирую вам доступ к сканеру. Почему? Идите к терминалу Веги, и я дам вам то, что нужно. Давай. Я хочу то, что нужно. Только ради этого. Врагов нам не надо. Мы их без того получим. Достатки не будем. Давай, давай. Все? Угу. Стоять. Что-то звуки у нас какие-то пошли. О, двое. Куда это ты собрался? Туда, в пропасть. Пожалуйста. Так, так, так. Так, нет, сюда. Броник. А что у нас там? Нет, там у нас ничего хорошего, не стоит рисковать. Что тут? Патроны. Опа, лови. Ух ты, какой-то щитом ублюдок. Пошел нафиг. Паскуда, а? Завалить хотел. Я надеюсь, мы вернемся. Я хочу вернуться. Твою мать. Да, можно будет отключиться. Хорошо. Ты меня убить думал? Пошел отсюда. Ты, да? Ах ты, резкий понос. Вот так получил. Вот так. Отдыхай.
А, злые какие, а? Злые. Какие же они злые, а? Ты чё, ну? Чё удумал-то? Ты чё, на, удумал, а? Иди сюда. Блин, закончил. Ты чё, обалдел тут заряжать? Отлично. Мало боеприпасов, это вообще не круто. Надо найти где-то. Два патрона в дробовике. Жесть. Да. Отдыхай. Куда это ты? Ух ты нафиг, какой ты резкий, а? Вот так вот я буду с каждым делать. Вы поняли меня, а? Так, что это? А, это вернули со мной. Да пойди он. Да сюда. Не, сюда не пойду. А может пойдем? Или нет? Ну давайте сходим. Нефтич. О, наконец-то, вот эти красненьких надо найти жетон. Так, куда бы его потратить? Сопротивляемость, конечно же. А то что-то нас рвут. Элитный страж. Что это за чуваки такие? Элитные стражи, рота охраны, чья задача защитить проект Лазарь и поддерживать порядок в агент-комплексе. Их красная униформа вселяет спокойствие в сердца сотрудников ОЭК. А сами они известны рассудительностью, дисциплиной, строгостью и справедливостью. Кибернетически усиленные костюмы дают элитным стражам преимущество, когда возникает необходимость силового вмешательства, позволяя им быть быстрее, сильнее и устойчивее к травмам. Но сейчас они мертвее мертвых у нас. Такой костюмчик. Блять! Твою мать, идиот. Костюмчик. Крутой. А идиот, я потому что гранату растратил. В никуда. Наркоман. И что мне делать с 34 хп? Так, куда это идти надо? Сюда, по-моему, да? И сюда. Сюда, значит. А! Ух ты, там этот, еще один вурдалак этот. Ну пошел нафиг, умри. Сдохни все. Фу. Замочил. Ау. Говнюк, блин. Это да. У нас тут одни мертвые кругом собрались. Кстати, можно спрыгнуть? Давайте-ка посмотрим. Секретики. Нету? А если так? Тоже нету. А жаль, хотелось бы секрет. Это подарок. Где? Примите. Ого. Это придаст вам сил. Поможет в пути, если выдержите скачок мощности.
Выдержу, куда я денусь-то? Вот у нас местная прокачка-то, наконец-таки. Энергия направлена на подсистемы, куда мы ее направим. Боеприпасы, здоровье. Здоровье, потому что нас не хватает вообще, катастрофически. Вы зарядили свои системы чистый агент энергии. Похоже, она вам на пользу. Ха. Я открою для вас и все остальные агент ячейки в комплексе. Спасибо. Вега, дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Согласно сообщению Хайдена, вторжение началось в комплексе «Лазарь». Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. Пожалуй, я должен извиниться за все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия, прежде всего. Я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте, исследования ада велись исключительно ради блага человечества. То, что вы видите сейчас, цена прогресса. Впрочем, это уже не важно. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. Мы будем жить не все. Так. Окей, куда? Сюда, да? Где ключ-карта красная? Понимать. Выход. Выход написано. Ребят, это не порядок, это значит конец главы. Да, я вернусь назад. Ребят, в общем, я нашел всю секретку, то, что нам было. Уже все имеется. Вот. И нашли плазму. Вот. В общем, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.